Здравствуйте, друзья! Сегодня мы продолжаем уроки совместно с программой Learn Music. И сегодня речь пойдет о блюзе, мажорном блюзе. Ну, я попытаюсь рассказать свое видение того, как его надо играть. Значит, сначала небольшой экскурс в теоретическую часть блюза. Значит, из чего состоит архаичный блюз, то есть простой? Из трех аккордов: тоники, доминанты и субдоминанты. Ну, либо, скажем, из первой ступени, четвертой и пятой в тональности. То есть, если мы сегодня вот сейчас смотрели в тональности до мажор, то это будут аккорды до, фа и соль. Соответственно, тоника, субдоминанта и доминанта. Значит, теоретически блюз обыгрывается при помощи миксолидийского лада. Это мажорный лад с пониженной седьмой ступенью. То есть, если теорию взять, то это будет вот так. Но это теоретическая сторона. То есть, что такое теория по сути в музыке? Вот если мы возьмем, скажем, музыка — это такой же язык, как, скажем, английский, французский, русский и любой другой. Да? Теперь, предположим, если мы берем английский язык, то там основа латиница. То есть алфавит латинского языка. Но используя вот лад латинского языка, можно говорить по-французски, по-испански, по-английски, по-итальянски. То есть для того, чтобы понять суть, скажем, того музыкального, той музыкальной части, о которой мы сегодня говорим, конечно, надо послушать очень много примеров, как играют блюз различные великие музыканты. Без этого невозможно научиться его играть правильно. То есть, опять, если мы возвращаемся к примеру языка, то есть надо послушать носители этого языка. Примеров огромное количество, там, начиная от великих, там, не знаю, Стива Рэй Вона, Биби Кинга и так далее, и так далее. Значит, это первый кусок. Теперь второй, как я себе представляю обучение вот этому стилю. Дело в том, что есть разница между гитарой и, скажем, другим гармоническим инструментом — фортепиано. На мой взгляд, очень существенное. Дело в том, что пианист думает от тональности. Ему так удобно, потому что у него тональности, так сказать, там первая, вторая, третья и так далее, октава. Если гитарист будет думать таким образом, то у него будет проблема, потому что у него одна и та же нота есть в нескольких местах на грифе. Скажем, там вот до оно есть, и тут, и тут. И если он будет думать от тональности, то у него начнутся проблемы с пониманием, где он находится. Поэтому на гитаре легче думать от тона. То есть от конкретного тона. То есть вот сейчас у нас первый тон там до мажора, второй там тон у нас фа там, и так далее. Да? Если таким образом подходить, то тогда можно увидеть, скажем, аппликатуру аккорда, в котором мы играем блюз. То есть, скажем, такую аппликатуру или такую аппликатуру, или такую аппликатуру. Да? И исходить из этого, что такое блюз по гармонии. Это вот будет выглядеть вот так. Да, то есть, если мы будем играть только основные ступени аккорда, будет выглядеть так. Если вы заметили, я подчеркнул как бы характеризующую данную секунду аккорд ноты. Что я имею в виду теперь с точки зрения видения аппликатуры? Вот первый аккорд, до мажор. Ну, вот мы берем вот эту аппликатуру от шестой струны. Вот его основные ступени. Значит, характеризующая ступень — это третья, скажем, седьмая, там, девятая. Да? И вот я когда играю, во-первых, надо четко себе представлять, как идет блюз по гармонии и по времени. То есть раз, два, три, четыре, 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 раз, два, три,
теперь, если я таким образом себе представляю, вот у меня идет раз, два, три, четыре, первый аккорд, это до мажор. Соответственно, я играю уже. То есть я могу сыграть пентатонику обычную минорную. Да? Но если здесь есть две ноты, которые будут противоречить тому, что происходит в аккорде. В аккорде стоит нота вот эта, а в пентатонике будут вот эти две. Да? Значит, я могу сыграть пентатонику, только если я не буду останавливаться на вот этих двух нотах, которые противоречат этим мажорам. Да? То есть, вот если я так сыграю, нормально. Даже если я сыграю вот так, тоже нормально. Потому что я не затрагиваю вот эту ступень, которая характеризует в этот момент часть аккорда. Мажор или, скажем, похожий на минор аккорд. Теперь, второй аккорд. Если мы берем вот в этой аппликатуре, то вот, вот этот аккорд, фанон аккорд, да, он в принципе выглядит как минорный, потому что у него верхняя часть, это часть минорного аккорда. Вот если его взять с нотой до, то будет вот так. Да? То есть я могу спокойно в это время использовать уже минорную пентатонию. И мы возвращаемся снова в мажор. Значит, потом идет следующая ступень, которая тоже может играться с минорной пентатоникой. Следующая ступень тоже минорная пентатоника. И снова в до мажор, где нужно либо показать, что это мажор, либо пропустить. Потому что сам аккорд это уже покажет. Да? То есть... Теперь, это мы посмотрели в этой аппликатуре. Посмотрим в этой аппликатуре. Здесь будет... Соответственно, вот у нас до мажор. Вот у нас до минор. Значит, будем играть так, да? Следующий. Снова. Снова мажор. Теперь мы можем еще изощриться и показать, скажем, следующий аккорд. То же самое произойдет здесь, где будет до мажор, до минор, то есть минор, мажор, соль. Это все, что я сказал, естественно, в музыке может нарушаться каким-либо образом, если музыкально это оправдано. Поэтому надо обязательно слушать, скажем, исполнение великих музыкантов, потому что они дают примеры, каким образом можно это обыграть. Это опять идет разговор о носителе языка. Ну, то есть люди, которые родились, выросли в этой музыке, они, естественно, чувствуют это лучше, чем мы. Поэтому, если мы слушаем, как играют, скажем, эти музыканты, то... начинаем понимать этот язык. Дело в том, что, вот скажем, большинство музыкантов, играющих блюз, они так или иначе это делают. Поэтому, когда они собираются вместе, они разговаривают на одном и том же языке. Скажем, вот эта фраза, она играется, предположим, в очень многих блюзовых музыкантов. Да? Или такая. То есть эти фразы, они как бы общепринятые. Соответственно, если я встречусь с каким-нибудь музыкантом из другой страны, не обязательно там из родины блюза, а с любой другой, если он играет блюз, то мы начнем друг друга понимать, мы начнем говорить приблизительно на одном языке. Значит, на этом я бы как бы хотел этот кусок разговора закончить и подойти к еще одной очень важной проблеме. Дело в том, что сыграть ноты – это всего лишь полдела. Самое главное в эстрадной музыке, это не только в блюзе, это играть точно с точки зрения метра, то есть грува.
Потому что, ну, вообще музыка начиналась с ритма, да, и, соответственно, ритм, он глубже действует на человека в процессе игры. То есть можно привести там пример, скажем, человек может спеть или сыграть фальшиво, но при этом сыграть очень ритмично. И большинство людей даже не заметит, что он фальшивил, потому что он их раскачивает. И, ну, один из примеров, скажем, Оззи Осборн. Если послушаете его записи, так он поет фальшиво очень часто. Но при этом он очень ритмичный. И поэтому люди входят в раж и забывают о том, что, скажем, человек сыграл не совсем ту ноту. Потом есть еще одно объяснение, что... Ну, нота и нота проскочил. А вот если ты в ритме сыграл неверно, это сразу заметно. Поэтому этим надо заниматься отдельно, очень внимательно и очень долго. И тут самый лучший помощник, собственно говоря, это лучший друг музыканта – метроном. Но есть одно «но». Значит, метрономом часто занимаются, используя его как первую долю. То есть, если я сейчас его включу, да, поставлю, предположим, какой-нибудь ритм, вот, вот он стучит, да, он, значит, здесь есть два варианта. Либо мы его стучим как раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Так вот, для эстрадной музыки это неправильное отношение. Надо, чтобы он показывал нам вторую долю. Два, два, раз. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Значит, зачем это нужно? Человек – живое существо, соответственно, он... точно первую долю никогда не сделает. Он ее сыграет на миллисекунду раньше, миллисекунду позже. И в этом ее прелесть, потому что в этом случае начинается раскачка. Потом, если мы оставляем на метроном первую долю, мы теряем инициативу. Но он играет, мы расслабляемся, потому что он все время точно вам стучит, и вы знаете где. А тут нам приходится играть немножко напряженнее, потому что он-то играет все равно точно, а нам надо попадать вот так, чтобы у нас все это происходило. Поэтому заниматься надо с метрономом во вторую долю. Всегда. Это сразу, ну, приводит к хорошим результатам. Теперь, что касается, значит, занятий по блюзу. То же самое здесь происходит. У нас фактически, что мы должны сделать? Значит, во-первых, саккомпанировать таким образом. Во-вторых, виртуально саккомпанировать. То есть, когда гитарист играет, в отличие от пианиста, у него одна рука задействована с точки зрения игры на гитаре без ритма. Да, вот тут. Значит, а пианисту легче, у него две руки. Одна рука аккомпанирует, помогая ему ориентироваться в гармонии, а вторая играет соло, чаще всего так, да? Значит, а что делать гитаристу? Значит, он должен виртуально все время представлять, где он находится. Вот есть такое выражение, аппликатурное мышление гитариста. Это очень точное понимание, что происходит. То есть, когда я играю, я все время как бы себе аккомпанирую. И в зависимости от того, где я вижу этот аккомпанемент, в той части я и стремлюсь сыграть, значит, свое соло. Здесь сыграю, тут вижу, тут сыграю, тут вижу, тут сыграю. Это может меняться все время. Значит, если я играю с метрономом без аккомпанемента, тут появляется еще одна часть обучения. Мне нужно точно, по ощущению, сыграть вовремя весь квадрат блюза. Без аккомпанемента, только его себе представляя. И при этом попасть в метр. Значит, о чем речь идет? Раз, 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 раз. Как бы я показал то, что я думаю, так я не буду играть. Я буду играть, скажем, только думая об этом. А играть-то я буду фразой сольной, естественно, помогая себе иногда там ударом. Если вы слышали, как играют многие гитаристы, он там кусок соло сыграл, потом сыграл аккорд. Это вот он как бы обозначил свое мышление во время аккомпанемента. Теперь, как мы занимаемся, предположим, если заниматься там, это не важно, блюз это будет или какая-то другая музыка, принцип. Вот, скажем, играем блюз. Раз, два, раз, два, три, четыре. Теперь здесь играем.
подчеркнули соль, подчеркнули фа. До. Теперь здесь. Что делает метроном? Он имитирует хлопки, скажем, зрителей, которые слушают тебя в этот момент. Да, в зале, если этот зал, ну, правильно настроенный, то он будет хлопать как раз на вторую долю. И мы сможем сыграть даже без аккомпанемента. То есть можно, скажем, заниматься, вообще не играть аккорды, и все равно будет вот это движение, потому что находится внутри метра. Что я имею в виду? Вот смотрите, сейчас я сыграю без аккомпанемента, и будет слышно и гармонию, и музыку. Значит, из всей этой, ну, из всего этого разговора, конечно, за очень такой маленький урок невозможно объяснить многого, что касается блюза. Это огромный материал, это состояние, это очень долгие, упорные занятия. Очень много надо слушать, много надо снимать и, соответственно, долго играть, чтобы начать это делать. Да? Поэтому в процессе такого короткого урока все это объяснить невозможно. Ну, скажем, я со студентами занимаюсь блюзом, ну, где-то в течение года. Но я надеюсь, что вот этот вот короткий экскурс поможет вам лучше ориентироваться, что ли, ну, с точки зрения гитаризма, как этот самый блюз сыграть. Ну, собственно говоря, вот так. Сейчас я в конце еще раз сыграю этот же блюз, только сыграю немножко другим языком. Ну, чтобы вот как раз вернуться к разговору о том, что музыка – это, конечно, язык. То есть я сыграю ближе к джазу. Если до этого я сыграл ближе к архаичному блюзу, то сейчас я попытаюсь сыграть ближе к джазу. То есть немножко видоизменю язык блюза, которым буду играть.